На богатом диком западе, похоже, уже который год происходит кризис идей. Достаточно сказать, что в прошлом году игры 3D Action сыпались на голову юзеров, как из рога изобилия. Трилогия Tomb Raider, Unreal, Half-Life, Sin. Список можно еще долго продолжать. И вот теперь Шога, трехмерная игрушка от компании Monolith. Сюжет ее настолько прост, что рассказывать его нет никакого смысла. Скажем только, что вы в роли пилота королевских космических сил отправляетесь на поиски своего брата, пропавшего при выполнении боевого задания. Игра построена на миссиях, где необходимо убивать монстров, превращать в груду железа умные машины, добираться до некой точки и переходить на новый уровень. Изюминка Шога состоит в том, что он сделан по мотивам японских аниме. Кто не знает, что это, объясним. Аниме — это что-то вроде мультика, но в стиле комикса. Да вы их наверняка все видели. Трансформеры всякие, супергерои с большими глазами и детскими лицами. Эти аниме имеют бешеную популярность в Японии. Так вот, Шога сделан как раз в таком духе. Игра выпущена на собственном движке и имеет кучу прелестей. Тут вам и двойная пикселизация, и динамичное освещение, и спецэффекты. Например, рассеивающийся дым, который долго стоит над местом взрыва. Или же останки роботов, тлеющие как березовые головешки. Но в бочке меда всегда найдется плохой кластер. Для того, чтобы тащить этот ввоз трехмерной графики, нужен очень мощный компьютер. Второй Pentium, 3DFX акселератор и вездесущий DirectX 6 версии. Искусственный интеллект. Им наделены все движущиеся персонажи в игре. Роботы, почуяв опасность, всегда будут стараться спрятаться в укрытии, чтобы потом выстрелить вам в спину. Так что вас ждет серьезная борьба за жизнь вашего героя и его близких. И отступать вам некуда. Позади виртуальная дыра.